Володар. Какие впечатления у вас от первой партии первого круга? Ну, партия была неясная. В какой-то момент мне кажется, что я стоял хуже. Потом мне удалось как-то перекрутить, я стоял с Пересом. Думаю, что где-то мог выиграть, но соперник хорошо защищался, и в итоге закончили ничью. Вы в первый раз играете на Кубке мира, и какие у вас амбиции на этот турнир и цели? Ну, я вообще очень рад попасть на Кубок мира. То есть здесь играет много титулованных игроков. Моя цель, ну, то есть я хочу попасть во второй круг, а дальше как получится. А с вашим сегодняшним соперником Виареллом и Ардакеску вы уже встречались за доской? Нет, раньше не встречался.